Приветствую, дорогие друзья! Сегодня вам покажу и расскажу, как реально ускорить свой телефон, потратив на это всего одну минуту. Если ваш телефон медленно работает, тогда сделайте эти настройки. Для этого нужно зайти в настройки своего мобильного устройства, дальше нажать о телефоне, и где у вас версия MIUI будет, клацнуть до 10 раз. После выходим в настройки, ищем теперь расширенные настройки. Вот здесь вот у нас есть. И ищем такой пункт, который у нас называется буфер журнала. Весь он. А, для разработчиков заходим. И здесь уже в этом пункте ищем буфер журнала. Спускаемся вниз. Как вы видите, устанавливаем 16 мегабайт. Дальше спускаемся тоже опять-таки в самый почти низ. И здесь мы ищем следующие пунктики, которые у нас будут называться. Сейчас вам покажу. Так, минуточку. Потому что не нашел с первого раза. Действительно, друзья, после этих настроек телефон у вас будет лучше работать. Анимация окон ставим 0.5x. Анимация перехода 0.5x. И длительность анимации 0.5x. После действительно телефон будет работать намного шустрее, намного быстрее, без всяких там лагов, переходов и так дальше. Пользуйтесь.